Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Анна СМИ. Сегодня я хочу с вами поделиться то, чем я пользуюсь непосредственно при съемке. Естественно, я никогда не планировала быть видеоблогером и не считаю себя таковой. Я просто стараюсь снимать качественное видео и хочу, чтобы мои видео были, ну, можно сказать, образцовыми. По крайней мере, я стремлюсь к этому. А для этого мне нужны подручные средства. Вот в качестве подручных средств я для снятия видео я использую монопод. Да? Вот он такой фирмы. Я не китайская, наверное, фирма. Вот Ромбика. Я его покупала в магазине, интернет-магазине Online Trade. Там было большое количество хороших отзывов о нем. И он, в принципе, не очень дорогой. Функциональный, он рассчитан на использование телефонов, смартфонов и телефонов фирмы Apple. Здесь есть такая вот пульт управления, он крепится на ручка. Ручка сама прорезиненная, она очень удобная. Затем вот эта часть у нас монопода складная. Здесь несколько секций. И, наконец, выдвижная, вот такая тугая ручка, которая держит непосредственно сам ваш телефон. Вот она очень удобная. Здесь можно есть винт, можно регулировать наклон, угол наклона. Вот. Мне нравится использовать монопод. С ним как-то можно шагать и разговаривать одновременно. Ну, конечно, я стремлюсь к совершенству, стремлюсь к тому, чтобы моя камера не болталась, а была все-таки стационарна. Я стремлюсь к тому, чтобы показывать вам наиболее красивые и выгодные виды. Вот, мне это доставляет удовольствие. И, конечно же, я считаю, что для любого человека, который снимает видео в разговорном жанре, необходим микрофон. Мы с мужем приобрели микрофон фирмы Boya. Тоже очень удобный микрофон, качественный. Сняли не одно видео. Качество звука нас очень порадовало. Этот микрофон имеет большой кабель 6 метров. Тоже нам это очень нравится и полезно, потому что можно отойти подальше от камеры, если камера снимает стационарно, и спокойно вести диалог на видео. Вот такие приобретения аксессуаров для видеотехники я сделала последнее время. Мне очень приятно, когда есть обратная связь с моим зрителем, когда вы оставляете свои комментарии. Смотрите видео, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. А с вами была Анна СМИ. Всем хорошего летнего дня, до новых встреч, пока-пока, до свидания.